палку. Ой, интересно, что же он поймает на рыбалке? Узнаем? Так, ой, это что он такое поймал? Ключ. А зачем нам ключ, Ева? Закрывать двери, закрывать. Так, да. Так, ключ нужный. А это что? Это футбольный матч. Зачем он нужен, Ева? Играть. Играть, конечно. Играть в какую игру? Футбол. Футбол. Будем играть в футбол. Хорошо. А это что такое, Ева? Это что? Корзина. Бочка. Корзина. Бочка. Бочка, Ева. А зачем нам бочка? Чтобы водичку. Водичку можно хранить в бочке, мед можно хранить в бочке, варенье, да? Да. Что-то хранить мы можем в бочке. Так, а это что, Ева? Напомни, пожалуйста, что там выловил наш друг из пруда? Какие предметы? Что ты запомнила? Это что? Хлеб, 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 хлеб. Чайник запомнила? Да, это что будет? Хлоп, так, хлоп. Ева, посчитай, посчитай, сколько предметов выловили мы. Я не умею. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так ты все умеешь. Смотри, как ты быстро все посчитала. Умничка, конечно, 6. 6 предметов. Тут на ты права. Ев, а теперь закрывай глазки. Ночь. Ночь, Ева еще спит. Открывай день. Что пропало? Ключ. На месте. Ключ. На месте. Меч. Меч. Меч на месте. Не знаю. Знаешь? Ты там говорила так, хлюп-хлюп-хлюп. Сапожки. О, молодец, конечно, это были резиновые сапожки. Ты все запомнила? Все картинки? Да. Закрывай глазки. Ночь. Открывай день. Что пропало? Не знаю. Знаешь? Бочка. Умница, конечно, это бочка, Все запомнила, наши лягушки должны в нашем чистом пруду увидеть кого, Ева? Чьи это тени? А ну расскажи, кто тут плавает? Утка, комай. Тоже утка. Только тени, да? Куда все исчезли? И наш друг поймал столько всего непонятного, должен был рыбку поймать, а поймал бочку, ключ, мяч. Что такое происходит, Ева? Не знаю. Это что ты видишь перед собой? Мусор? Это мусор. Наш пруд полон мусора. Интересно, а как мусор оказался в пруду? Откуда? Откуда вообще мусор появляется в пруду? Не знаю. Человек? Можно мусор на берегу оставлять, Ева? Нельзя. Нет, нельзя. А куда мы мусор складываем? Мусорные баки. Нам нужно их еще научиться сортировать. Этот бак какого цвета? Зеленого. Зеленого. Как ты думаешь, что сложили в этот бак? Какой мусор? Очки. Так, очки и зеркальце, и бутылка. Они все сделаны из чего? Из стекла. Ева, тебе сейчас будет задание. Ты не просто Ева, ты Льева-следопыт. Ты, пожалуйста,
по своему домику пойди, или там, где ты находишься в беседке, и что-нибудь из стекла сделанное найди. Что сделано из стекла? Так. Это что сделано из стекла? Из стекла. Стеклянная тарелка. Скажи мне, пожалуйста, Евочка, а можно ее вот так стучать, тарелку? Нет, стекло очень хрупкое. И с ним нужно относиться очень бережно, иначе оно разобьется. И а теперь у нас мусорка какого цвета? Синего. Девочка, а что сложили в эту мусорку, в синюю мусорку, что сложили? Не знаю. Посмотри внимательно. Ты знаешь, я в тебя верю. Коробка. Да, еще что? Книгу. Ой, кто-то так книгу почитал, что книгу нашу порвал. А что объединяет все те предметы, которые лежат в мусорке? То, что они сделаны из бумаги и картона. Ева, посмотри вокруг себя. Есть что-то бумажное? Ой, баб, Оля, да. Помнишь, когда к тебе когда ходили? Здесь на Ещёвина, куда мы проходили. Вот, видишь? Вижу, конечно. Точно, это календарик семейного клуба «Мечта». Браво! И вот, это мои школы. Вот, да, и там еще есть блокнотик, чтобы ты рисовала и помнила, что нужно приходить в мечту, да, Евочка? Да. Ой, как приятно, как приятно. Ну что, Еволь, давай смотри следующий бак. Он какого цвета? Оранжевого. А что в этот оранжевый бак положили? Так, одежду. Но это не одежда, моя любимая, это пакет. Пакет, продуктовый пакет. Такие пакеты делаются с примесью пластика. Стаканчики пластиковые. Пластиковые долго разлагаются в земле, Ева. Да, если его выбрасывать и не перерабатывать, он очень сильно будет загрязнять нашу землю. Тысячи лет уходит на то, чтобы он разложился и переработался. Представляешь? Это очень-очень-очень-очень много. А что-то есть у тебя это... пластиковое? Куда есть? Вот. Это здесь хранится мило наше. Ух ты, здорово. Так, Евочка, следующая задачка тебе. Ева, научиться все сортировать, убирать за собой мусор, то пруды и водоемы будут такие чистые-чистые, и в них захотят жить полезные жители. Вот давай посмотрим, кто живет в пруду. На пруду. На пруду растет камыш. Рогоз, Ева, это рогоз. И кубышка.